Интерактивное путешествие. Владимир Путин посетил выставку «Россия, устремленная в будущее». В 15 тематических залах манежа представили инновационные проекты. Разработки из самых разных сфер – космос, промышленность, медицина, IT-технологии и градостроительство. Представленные технологии – реалии ближайшего будущего. В числе разработчиков – министерства, ведомства и крупные компании России. Выставка в Манеже будет работать с 5 по 22 ноября.